Юлія Добкіна, директор обласного палацу культури. 14 років поспіль створює свята у Миколаєві. Ми раді вітати нашу ранкову гостю в студії «Нового дня». Доброго ранку. Доброго ранку. Не просто так сьогодні ви до нас прийшли, а з радісними та яскравими новинами. Відкривається 51-й сезон в обласному палаці культури. І що ж готуєте для миколаївців? Сьогодні буде відкриття. Що новенького робите? Ви знаєте, кожен раз ми стараємося, щоб цей праздник був не похож на предыдущий. Якщо були і праздники на площі, праздники в залі, але сьогодні ми вирішили цей день посвятити дітям. Только детям. Получается, вот вроде мы недавно отметили 50 творческих лет. Это было ровно год назад. Юбилей. Да. Мы думали, что это определенный отчет. Оказывается, нет. Это старт. Старт новым проектом, новым креативным идеям, новым праздникам, новым сценариям, новым всему-всему новому, что только может быть. Этот раз мы посвящаем детям. Почему мы назвали свой сезон учебно-творческий? Потому что самое главное во дворце, основная его задача – это воспитание, творческое воспитание личности, развитие аматорского мастерства. Не про аматорскую, это ежедневные репетиционные работы, творческие лаборатории, занятия. Самое главное, что средствами театра, музыки, вокала, хореографии надо воспитывать личность. Это самое-самое главное. То есть наш большой творческий дом, в котором занимается 33 творческих объединения. В общем счете это порядка 4 с лишним тысяч основных жителей нашего творческого дома, потому что зрители – это те, которые приходят только на праздники, это разовые. А вот кто постоянно живет – это наши участники творческих коллективов. Вы знаете, ось ви зараз кажете, що дійсно спрямований буде цей сезон на формування особистості з різних сторін, з театральної, з музичної. Десь декілька півроку, чи можливо рік тому, Катерина Мірзян, коли знаходилася в нашій студії, вона сказала, що музика – це одна з важливих віг у вихованні дитини, тому що людина, яка виховується на музиці, яка виховується у театральній обстановці, вона вже не може бути поганою, тому що вона виховується на найкращих рисах, на найкращому, що може бути у мистецтві. І ось вам хочеться сказати дякую, що ви приділили 51-й сезон саме вихованню майбутніх особистостей Миколаєва. Вона абсолютно права. Чоловік, який отримує самые лучшие образцы искусства – это и музыка, и танец, и вокал, и архитектура. Это все воспитывает человека, он априори никогда не сможет быть уже плохим. Чим ми готові порадувати в нашому творчому сезоні? Я думаю, що зараз батьки дітлахів сидять і думають, так, треба занотовувати, до чого готуватися. Ми раді бачити всіх дітей від 4 років і раді бачити взрослу молодь творчу і до практично самому старшому учаснику наших колективів в хорі ветерана. Це є 90-92 роки. Творчеське довголіття, будучи в дворці, обезпечено просто. Чим хочемо порадувати? Ну, раз 50 лет назад открылся дворец, то, соответственно, стали рождаться новые творческие коллективы. Поэтому в этом году 50 лет основания отметил Народный ансамбль бального танца «Грация», руководитель Гусаков Роман. Отметил 50 творческих лет образцовый ансамбль танца «Юнги», руководитель Элла Акманова. Я, пользуясь случаями, я поздравляю с большой правительственной наградой это звание заслуженной противник культуры Украины. Хочется Элла Александровна, с праздником! Витаемо, витаемо, витаемо! И второй человек, который получил заслуженную правительственную награду, это один из самых старших хормейстеров Николаева и Николаевщины. Это композитор, руководитель хора ветеранов Горбенко Владимир Ильич. Он получил орден за заслуги 3-й степени. Тоже все поздравления. Також только... вітання від нашої програми, від нового дня, від телеканалу Миколаїв. Дійсно, хочеться побажати тільки довголіття і наступних успіхів. Сподіваємось, що ще багато-багато років буде і обласний палац культури разом із такою командою створювати святковий настрій у нашому місті. В
Впереди, что у нас есть? Значит, в октябре месяце готовится отметить творческое 50-летие народный ансамбль танца «Судостроитель», руководитель Антон Смирнов. И наистарейшая, наименитейшая, солидная народная оперно-вокальная студия областного дворца культуры, руководитель Анатолий Сарачан. Мы ее планируем сделать, творческое 50-летие, в день рождения основателя студии Нины Григорьевны Западинской, 25 ноября. Много лет работает в нашем дворце камерный хор «Орфей». Ему в этом году в творческом сезоне исполняется 30 творческих лет. Боже, одни именинники! Да, вы понимаете, 50 творческих лет дал отсчет новым праздникам. 20 лет существует в городе и радует и николаевцев, и Николаевскую область, народный молодежный театр «Парадокс», руководитель Лилия Гупола. Я думаю, он известен всем, и спектакли есть и в архиве телевидения. Это я тоже точно знаю. С такими секретами. Да, да. Я просто... Ну, мы не только сосредоточены вот сами на себе, только наши коллективы. Мы приглашаем и другие творческие коллективы, и области, и наши районы, из других городов. Вот в октябре будет всеукраинский фестиваль хореографичного мастерства «Південний Бриз». Запрошую всіх. Я знаю, ми ночують райони нашої області. Я ми знаємо, ви нас бачите. Ми запрошуємо вас. Ми дуже раді вам в обласному палаці культури. Всі ці праздники, особливо великі фестивальні, проводяться, звісно, при огромному участі і підтримці і адміністрації, і обласної ради, і всіх наших депутатів різних рівнів, і народних депутатів України Бориса Юрича Козиря. Діло в тому, що такие большие мероприятия, которые собирают больше 1000 человек в областном, у нас самый большой зал, собирают большое количество участников, они нуждаются в поддержке, внимании, заботе. Поэтому спасибо им огромное. Что мы еще предлагаем в нашем сезоне? Вообще есть чем сдавовать. Да, и молодежь. А как же? У нас такие участники, у нас от 4 до 94, у нас есть по каждому направлению, что кому есть сказать, кого принять. Молодежь мы радуем, и молодежь предлагаем участвовать в мероприятиях. Есть у нас молодежная программа, уже интересная ставшая, это программа продвижения, где студенты наших вузов собираются и соревнуются в жанре хореографии, в жанре вокала. Это программа продвижения. Есть интересная программа «Королева Побужжя». Мы ждем не только студентов города, мы ждем еще девушек с нашего Николаевска, с нашей Николаевской области. Это так, «Королева очень... Побужжя» також стала, можливо, навіть візитівкою тепер, да, Миколаєва, де, да, дівчата не тільки, які у модельних агентствах, які з міста, конечно, мають змогу, вони отримують шанс стати відомими моделями у вашому проєкті. Да, это есть, это правда, поэтому мы приглашаем, и мы рады видеть всех. Что будет для деток? Ну, во-первых, самые красивые, самые волшебные, самые сказочные сказки новогодние, конечно, у нас в областном дворце культуры. Ребенок попадает в сказку сразу же с порога. И сразу же преодолевая препятствия и борясь с плохими персонажами. Вот тут поможешь, сгадывай свое детство. Потому что самые большие, самые огромные, большие куклы, большие персонажи, самые злые, нехорошие, которых нужно побороть, это все все есть у нас. Самые красивые сказки на самой красивой сцене. Это и ко дню Святого Николая Зимнего, и ко дню Святого Николая Лета мы тоже делаем массу детских мероприятий, потому что это то, что направлено на детей, на их воспитание. А ось сьогодні, як опаді, у нас, на жаль, завершується наш ефірний час, тому я хочу обов'язково ж нагадати нашим глядачам, що сьогодні також дітлахи мають можливість долучитися до відкриття сезону. Сьогодні в час дня ми чекаємо школьників і нашого району, і школьников из других районов Николаева, и к нам приезжают из районов области школьники на проведение Дня открытых дверей, или мы его назвали так, открытие нашего 51-го творческого сезона, потому что это первый большой массовый такой наш праздник именно для ребят. Мы знакомим с коллективом, мы предлагаем увидеть, что же, чем же у нас в нашей семье занимаются дети. Куда они приходят, куда можно записаться, куда можно прийти, какой жанр можно выбрать, с каким руководителем нужно познакомиться. Это все будет сегодня в час дня. Тож, будут, друзі, призы. О, а призы. Как же? Ще одна хвилиночка про призы, це обов'язково.
Вы понимаете, дело в том, что у нас в областном дворце проходит не только самодеятельные и аматорские мероприятия, самодеятельные коллективы, все. Это единственная сцена, пожалуй, в области, которая может принять профессиональных артистов любого уровня, любого рейтинга. И, конечно же, как поощрение, мы детей приглашаем, взрослые, и на такие концерти профессиональних артистів. Приходите, узнайте. Обов'язково долучаємось до відкриття 51-го творчого сезону обласного палацу культури. Аж захрипла я від радості, що стільки всього готується. Приходьте, будь ласка. Дякуємо вам за вашу сьогоднішню посмішку, за гарний настрій, за те, що створюєте такий святковий настрій у нашому місті та області.